Дорогие друзья, сегодня хочу вам показать один гостевой дом. Спасибо, что у меня озвучка на заднем плане. По адресу Некрасова, 18, 9 номеров, есть стандарты, есть экономы. Все очень прилично, чистенько, ухоженно. И обязательно покажу дорогу до моря. Но сначала мы идем с вами смотреть гостевой дом, а потом уже пойдем к морю. На территории нашего гостевого дома есть мангальная зона, есть столики, чтобы посидеть в вечернее время, качель, даже детская зона, хоть и небольшая, но деток развлекать можно. На первом этаже у нас получается два номера, общий санузел и кухня. Сейчас вам все покажу. Тут санузел общий, ну и зона принятия душа. Кухня, холодильник и зона приготовления пищи, обеденный стол, есть даже детский стульчик, что очень удобно. Первый номер у нас пошел трехместный. Ну, то есть, я думаю, что объяснять не нужно. Есть холодильник, есть телевизор, есть кондиционер, санузел совмещенный, ну и шкаф. Вот. В принципе, можно чуть-чуть вещей своих разместить. Это дверь на кухню, она не открывается. Также зона, где вы можете посидеть в вечернее время, покурить, например. Этот номер тоже трешечка. Двухспальная, односпальная кровати, кондиционер есть, вот такой большой телевизор, есть шкаф, тоже совмещенный санузел. Здесь, я думаю, тоже все понятно. Здесь есть баня в этом номере, но летом она не будет пользоваться популярностью, но в межсезонье, я думаю, что и пользоваться будет можно. Сейчас идем на второй этаж и посмотрим номера там. Поднимаемся на второй этаж. Здесь у нас три эконома. Сейчас я вам все покажу. Вот санузел, который внизу относится к этим экономам тоже. А вот этот санузел также к этим экономам. Номера все одинаковые. Ну, то есть двушка, диван раскладывается, есть телевизор, кондиционер, есть шкаф, столы, стулья. Комплектация у всех номеров одинаковая. У каждого есть собственный столик и стульчики. В принципе, то же самое. Двушечка. И еще один номер, тоже двушечка. И вот сейчас я вам покажу один из больших номеров этого гостевого дома. Здесь получается трехместный номер, односпальная, двухспальная кровать, также большой телевизор, холодильник, стол, стульчики, санузел свой, большая гардеробная. Вот она, да. И, ну и санузел, зона принятия душа. Я думаю, что все понятно. Сейчас мы идем на третий этаж, там будем смотреть с вами экономы. Есть на третий этаж. Здесь также совмещенный санузел, зона принятия душа на три номера. Холодильник есть, чайник. Это у нас номер трешечка. Телевизор есть, огромный шкаф, стол, стулья, кровати и кондиционер. Раковина. Дальше мы идем. Зеркало. Приветики. Вид открывается вот такой на ЖК «Изумрудный город». Это у нас номер трешечка. Кондиционер есть, шкаф есть. Телевизор вот висит за дверью. Да. И последний номер в этом гостевом доме. Он идет четырехместный. Телевизор, кондиционер, две раздельные кровати. И здесь есть свой санузел, оказывается. Он единственный четырехместный в этом гостевом доме. Вот, то есть двое взрослых и дети. Отличный вариант. Вот такой вот гостевой дом предлагается в аренду на сезон 2022 года. Сейчас мы идем с вами на пляж. Я обязательно вам покажу море.
Итак, мы пришли на пляж. Пляж имени Ломоносова. Шезлонги. Есть навес. Я думаю, что будут какие-то мелкие там типа магазинчиков, где можно напитки купить. Туалеты есть. Ну, я думаю, что все понятно, да. Если пойти влево, там будет другой пляж, уже Красная Талка. Пойти направо, будет еще другой пляж. То есть пляжи вы можете чередовать. Вот такой гостевой дом предлагается в аренду на сезон 2022 года. И 23-го, и 24-го тоже. Поэтому номер своего телефона я оставляю в описании под этим видео. Пишите, уточняйте наличие номеров по вашим датам. WhatsApp, Viber и телефон. Все, всем спасибо, до свидания.